Салют, друзья! Меня зовут Андрей Грибов, и я вновь подобрал вам самые забавные видео из интернета. Затягивать не буду, так что смотрим! Это что ж такое там смотреть-то надо, чтобы вообще не отрываться? Ну, наверное, по телевизору идет что-то типа такого. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в нашей программе мы расскажем, как кормить своих котов, не отвлекаясь от экранов телевизора. Кстати, коты тоже любят посмотреть телевизор, как и люди. Но запомните, никогда, слышите, никогда не закрепляйте свой телевизор на стене. Иначе получится вот такое. Я, кстати, тоже любитель вечерком посмотреть телевизор. Ну, в основном футбольные матчи. Но некоторые люди любят смотреть их исключительно вживую. И, кажется, я понял, из-за чего. Меня, если честно, больше поражает спокойствие вот этих двух охранников, которые сидят на последнем ряду. Типа, так оно и должно быть. Серега, ты говорил, работа плохая. Тут даже сиденье с массажем. А вообще без разницы, охранник ты на стадионе или раздаешь листовки на улице. Главное, чтобы ты относился креативно к своей работе. Ну, следующее видео тому доказательство. А на самом деле, в душе, наверное, он мечтает стать сотрудником ГИБДД, а не вот это вот все. Если с человеком в костюме медведя, сидящим на стуле, еще как-то можно договориться, то с собакой, сидящей в кресле, вообще никак. Nacho, that's not your seat. That's not your seat, Nacho. That's Leo's seat. Come on, move over. Такие грустные глаза у этой собаки. Это потому, что она нашу программу не видела. А вы не забывайте ее смотреть, потому что мы вам дарим только позитив. Друзья, вернусь к вам на следующей неделе со свеженькой подборочкой интернет-роликов. А в конце, по традиции, вам котик. Котик в студию, без комментариев. Там вообще абсурдное видео. Упаковаться в спальный мешок. Есть! Thank you.